Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Blackview Tab 13. И сейчас я вам покажу, как включить режим энергосбережения на этом планшете. Итак, открываем настройки. Опускаемся вниз и переходим в раздел «Батарея». Далее нажимаем режим энергосбережения. И для того, чтобы его включить, переключаем этот тумблер. Таким образом мы включаем режим энергосбережения. Также можем задать расписание для включения режима энергосбережения. Можем выбрать с учетом уровня заряда. И здесь можем настроить уровень заряда, когда режим энергосбережения будет включаться автоматически. И также можем включить или выключить автоматическое отключение при полном заряде, когда уровень заряда превышает 90%, когда вы заряжаете свой планшет, режим энергосбережения будет автоматически отключаться. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!